В Ярославской области будут производить лекарства от гепатита С. Кроме того, в регионе может появиться онкоцентр и завод по производству медоборудования. Предварительные договоренности об этом были достигнуты на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, в котором приняла участие и делегация из нашего региона, возглавляемая губернатором Сергеем Ястребовым. Сегодня глава региона на встрече с журналистами подробнее рассказал о возможных проектах, в частности, о расширении ассортимента продукции на заводе «Эрфарм» в Ростове. Также Сергей Ястребов провел ряд деловых встреч с руководством крупных компаний в рамках круглого стола на тему «Россия и Япония. Перспективы делового сотрудничества». Был довольно-таки интересный разговор с компанией GE. Это, их будем так говорить, медицинское направление, энергетическое направление у нас присутствует в Рыбинске. Это медицинское направление, которое хотят выстраивать с нами отношения по поводу борьбы с онкозаболеваниями, понимая возможные перспективы строительства у нас онкоцентра. Естественно, готовы вместе с нами заниматься вопросами подготовки кадров.